Всем привет, а у нас очередная съемка. И как мы видим, наш ящер пытается всячески удрать от меня. Это у него специально постелено, чтобы он, падая с кресла, не навредил себе, не ушибся, ничего не сломал. А он агрится. Думает, что его зажали в угол. Агрится, как этот, как кобра шипит. Не может просунуться в маленькую щелку от кресла. А мы его долго не будем. Поагрится и перестанет. Суть-то не в этом. Суть в том, что после купания и после чистки террариума ему пора уже домой греться. Тем более я уже немножко покормил его сверчками в кальции и витаминах. Поэтому его нужно правильно направить в свой террариум. В террариуме его ждет уже угощение. А именно саранча. Он явно не то поймал. Одна саранча решила по нему прогуляться и улетела. Это будет забавная охота. Стекло, правда, мешает немножко съемке. И, наверное, голос записывается не очень корректно, но... Ага, поймал. Осталось только... Как он ее мотает, рвет. Надеюсь, что она прекратит свои подвиги. Лишь бы саранча не вылетела. Пока я просовываю руку в террариум и снимаю все это. Давай, Стэн, соображай. У тебя тут еще очень много вкусностей ползает. Летает, прыгает. Нужно лишь обратить внимание, что где-то еще есть. Пока что он не очень соображает. Но сейчас пройдет по туннелю, если, конечно, пройдет. А если не захочет, то не пройдет. Давай, Стэн. Вон где у тебя. Собственно, случилась небольшая перепланировка террариума. Для того, чтобы эта арка нормально вписывалась, ее необходимо было зажать. И поэтому бассейн с водой поставили посередине. Ну, а теперь... А там есть небольшая площадка теперь для того, чтобы он мог гулять. А правда, Стэн пока некогда гулять. Он яростно охотится, раскорячившись на деревьях сильнее обычного. Ну-ка, удастся ли нам увидеть чего-нибудь?
как он настойчиво ищет своих жертв. Хотя они вот тут, вот совсем рядом. Ага. Кажется, он одну нашел. Теперь главное забраться. То, что он ест сфагнум, как я и говорил, это не беда. Он легко выйдет, даже если не переварится. Поэтому тут я за него не волнуюсь. Так, наших претендентов осталось не так много. А арку он уже покосить успел. Ну-ка. Интересно, сколько осталось саранчи? Я все не могу пересчитать. Может, ты можешь, Стэн? Сколько ты уже съел, а сколько осталось? Давай, поищи. Удастся ли мне поправить арку? А он пока будет ходить искать, есть ли, нету ли. Хотя я уж сомневаюсь, что есть. Единственное, что осталось от саранчи, это ноги, которые так легко от них упадают. Загляну пока с другой стороны. Не могу увидеть ни одной саранчи. Вполне возможно, что Стэн их всех уже покушал. Я на это очень надеюсь. Ну да ладно, думаю, на сегодня его обед завершен, хотя, пожалуй, дадим ему небольшой десерт. У меня тут как раз есть несколько мадагаскарских тараканчиков, они успешно размножаются, вот, находясь вот в таком вот небольшом местечке. И думаю, парочку из них... Ладно, одного мы попытаемся дать на съедение. Их там 10, поэтому ничего страшного. Тяжелее будет их достать оттуда. А Стэн пока осваивается со своим убежищем. Вот он почуял, что ему хотят чего-то дать. Чего-то, что не соответствует обычным стандартам. И уже хочет сам урвать кусочек. Но мы ему так просто не дадим наших ни одного тараканчика. А то он вместе с тараканом оттяпает мне руку или палец. Или еще что-нибудь. Что это мы скинем таракана сюда. Черненький попался тараканчик. А Стэн тем временем ищет, где бы покушать. Вот, таракан попался. К сожалению, он съел не на камеру. Очень быстро, но, вероятно, очень кроваво.
Думаю, на сегодня ему хватит. Он пока полазит и освоится в своем новом чистом доме. Надеюсь, не разнесет его весь подчистую.